бы легче. Вот это да. Вот это брекче, так брекче. Интересный рисуночек. Прекрасно. Красиво. Шайтанский перелив, месторождение Шайтанское, оно же Медвежское, оно же Октябрьское. Перелив-то нашел много, это было давно, лет 5, наверное, назад. Вот это брекче. Врачка. Интересный рисунок. Его бы вот так вот разрезать. Вот так вот. Вдоль. Хороший рисунок будет. Помыть надо. Тоже брекче вот это вот. Брекче это нарастание первичного агрегата на вторичном. Ух ты! Вот это классно, конечно.
Смотрите, какие рисунки. Здесь вот больше гетита, гематита, видите, такой буроватый. О, хороший образец. Хороший. Тоже перелифт. Видите, он такой вот фарфоровидный, нежный, бело-красный. О, интересно. Тоже интересный экземпляр. Как резать, надо посмотреть, так он и так нормально будет стоять в коллекции. Даже здесь видно, видите, пятнышко. Класс. Вот тоже надо смотреть, как резать. Вот так, наверное, чтобы вот этот рисунок более проявился. Угу. Это я уже где-то показывал, но не продавал. Сейчас задвину на продажу на сайте Перелифт. Видите, как уточка-то. Вот плойчатый. Видите, вот такие вот полоски характерны для шотландского перелифта. Вот тоже экземпляр очень интересный. Сначала думали, что это агат. Нет, это не агат, это дикит, кварцевый агрегат, если правильно. Ученые из Питера. Ну вот это вот хозяйство. Тут килограмма 3, чуть больше. Оптом поставлю. Кому нужно будет. Рисунок. Вот так вот, наверное, во. Вот так вот. Вот этот на просвет даже будет светиться, наверное. О, фарфоровидный. Видите, такой нежный. Нежный перелифт. Тоже, видите, из одного места. Вот. Видно, видите, полоски. Сверху полупрозрачный белый, фарфоровидный. Здесь с гетитом, с гематитом. Что только природа не сделает. Вон какие штучки.
Раньше из глиф-то, конечно, резали там столешницы. Да, опа, какая хороша. Столешницы резали там скульптуры Геи, Камеи. Это сейчас он. Мало кто занимается резьбой. Раньше-то и шкатулки что только не делали. Какая поверхность, такая халцедончик такой, симпатюля. Вот эту партию тоже выставлю. Оба. Смотрите, как блестит. Это же срез у меня. Точно, когда-то я резал. Резал их. Занимался немножко. Вот он, срез глянцевый. Вообще перелип-т, он механически прочный, поэтому он полируется очень здорово, красиво. Яркая такая полировка получается. Да, точно резал. Здесь вот тоже на срезе видно. Вау. Это вообще напичкано тут, не поймешь что. Может, из другого места. Да, наверное, это скопи Петра Санникова. Тот же состав химический, все. Тоже дикит, кварцевый агрегат. Релиф шайтанский. А рисунок немножко другой. Вот видите, я срезал. Это уже второй образец, да, попал. Резал несколько лет назад. Вот срез. А если бы так вот разрезать, чтобы было... Ну, да ладно. Да, неплохие образцы. Смотрите-ка, раньше были... Зелена. Лучшие образцы находили на башне в верхней части. Перелив кварцевых жил. Чем дальше, то тем не такой яркий получался рисунок. Такая ленточка беленькая. Тоже вот резал, тоже резал, точно. Сейчас я вспоминаю. Лет 5-6 назад, наверное, больше. Этот зелена, тут беленькая. Вау! Смотрите, как здорово. Да, сверху фарфоровидный кварц. Так что вот, вот это вот около 3 килограмм тоже оптом буду
ликвидировать. Мелкие, килограмма два, наверное, тоже переливший танский. Даже какой щеточка халцедоновая здесь. Ну, это перелифт. Вот этот вот, по-моему, близ копий Санникова, Петра Санникова. Ну, это шайтанский. Это все шайтанский. Тихонько. Вот какой переливчик. Разный на вкус, на цвет. Товарищей нет. Да, крестьяне его около Шайтанки, деревни Шайтанки, нашли еще в 1600 каком-то году. А позднее уже там раздерешены прочие. Стали по науке искать его. Во! Во! Какие! Он даже. Чё тут? Да. Сейчас таких вряд ли встретишь уже. Хотя можно, кому как повезет. Вот. Вот это таких я и не видел. Да. Мал да удал. Вот это фарфоровидное. Просвечивать должен. Это кусочек бредча попал. Вот, смотрите, тут бордовый, а здесь вон какой. Ой. В общем, всякий разный. Ну, в общем, 10 килограмм и 2 по почте вышлю.